Шикарное видео из Нью-Йорка. Паренек смакует шашлычок. Алиса, борющаяся за права животных, его стыдят с визгом и театральной жестикуляцией. У низкорослой старухи в очках сил уже немного, побухтела и отвалила, как насосавшийся клещ. А вот дылда в шляпе прямо отжигает. Говорит, мол, у тебя пенис короткий, оттого ты жрешь зверей. Вот же засада. Если у человека коротыш, то страдают животные. А когда нет своего прибамбаса, вовсе и чужие не заходят в гости, голос становится визгливым до омерзения, а само существо откровенно сходит с ума. Причем долговязая шляпа вкладывает в свою истерику всю ту энергию, которую должна была оставить в коечке. А вот массовка явно сорвалась просто от нефиг делать. Волосатые девчули откровенно ржут над представлением веганов, хотя и напялили футболки с агитацией. Смотрим все это шоу и думаем, пойдем-ка возьмем из холодильника мясца, кабачков, лучка крымского, помидорок, перчиков, шампиньонов, да разведем угольки в гриле, нарежем овощи крупными шматками, отжарим и съедим на зависть всем полудуркам. Go, 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 go